Ну, такой очень сложный вопрос. Ну, на любой сложный вопрос расплывчатый можно ответить по-разному. Сейчас я отвечу вам так, через день иначе. Ну, хочу сказать, что мне всегда нравились люди, и я уважал людей, которые понимали, что их жизнь – это некоторая задача. И у них есть некоторый долг, который надо выполнить. И этот долг, он священный. Ну, например, для женщины, но отчасти для мужчины, для женщины практически всегда это рождение детей. Дети все оправдывают. Больше не надо ничего. Жизнь удалась, человек не осуществился, но есть хотя бы один ребенок, человек вложил в него душу, дал ему жизнь, потом выращивал, дал образование. И можно сказать, что жизнь удалась для женщин. И наоборот. Хотя, естественно, много разных причин, случаев. Есть случаи физического недомогания, есть социальные серьезные причины. Часто это не получается, и много-много чего происходит. Но это вот такой долг. Мне очень нравятся люди, которые следуют своему долгу. Вот, например, для меня человек, который следует своему долгу, это Сергей Владимирович Волков. В сложных условиях он занимается научной деятельностью, историей гражданской войны, революции, историей высших классов. Он отдает этому значительную часть своей жизни, часто действует в одиночку. И что им движет? Движет, что желание там прославиться, застолбить тему, получить грант. Конечно, бы ему хотелось и материального благополучия, и так далее. За счет своего трудолюбия он, конечно, не бедствует. Он очень трудолюбивый человек, всю жизнь работал, работает. Вот. Но главное, что им движет, это в высшей степени вот такой долг ученого, долг русского человека. Вот так.